Всем доброе время суток. После выхода моего видео, как я получила пин-код, мне Лана, канал Лана Карамель, задала вопрос, как же теперь вывести эти деньги, где просить помощи, если нужна помощь автору канала. Чтобы долго ей не писать, не отвечать, я решила снять видео. Ну, может, еще кому-то пригодится. Также заходим вот здесь на свой канал, в творческую студию. Сразу скажу, что с телефона это все не проделывается, только с компьютера. Мне удобнее работать со старой версией. Вот здесь вот я нажимаю «Бегущего мужчину», сюда и «Отправить». И попадаю в старую творческую студию. Здесь заходим на канал. Ищем настройки AdSense. Ищем сначала вот монетизация. Вот монетизация. Открываем настройки AdSense. Сначала я расскажу, как через банковский счет оформить все, а потом скажу, где искать помощь. Попадаем на главную страницу. В левом верхнем углу есть такие вот три полосочки. Нажимаете, и здесь вот есть платежи. Видите, у меня сейчас по нулям, значит, те денежки, которые были, значит, они уже перешли на мой счет, на банковский. Мне пришло письмо по электронной почте, что проверьте, ушли ли денежки. Да, я проверила, денежки у меня на счету. Здесь же на этой главной странице опускайтесь. Вот способ получения дохода. Управление способами оплаты. Нажимаете. Здесь вот есть «Добавить способ оплаты». У меня это не проходит, потому как у меня уже есть банковский счет, и у меня это не срабатывает. Но вы нажимаете, и там будет вариант «Банковский счет». Кто еще не оформил банковский, приходите в банковский счет, приходите в банк и говорите: «Мне надо оформить валютный счет для того, чтобы получать с интернета деньги». Там без проблем вам все это оформляют, дают бумажечку. И вы с этой бумажечки переносите, вот когда добавить способ оплаты, вы напишите через банковский счет, будет такая таблица. Вот с этого листочка, который банк выдал, надо все четко, буковка за буковкой перенести, будет сюда. Все, счет у вас будет оформлен. И ваши денежки автоматически будут уже перечислены отсюда на банковский счет. Но это произойдет в том случае, если у вас уже достигнут порог $100. То есть оплата производится только если на счету есть $100. То есть вы можете отчет, сейчас вот будут эти отчеты с 10 по 15 число, если у вас там, допустим, $15, 50, 75, 99, то вам не перечислят еще. Как только достигнет $100 и выше, то произойдет перекидка денег на банковский счет. Если в отчет вы увидите, что... Сейчас я вернусь на главную страничку. Вот во время отчета вот здесь будет ваш доход. Вот здесь будет стоять ваш доход. Сколько там... $23, там 35, ну, в общем, у всех разные суммы. У кого будет стоять уже $10 и больше, 12-15, вы можете уже подавать заявочку на пин-код. Потому что пока вы дойдете до $100, пин-код уже придет, и вы его уже введете, независимо от того, есть у вас $100 или нет, вы его уже введете, у вас уже будет он введен, пин-код. И тогда, когда
достигнет порог 100 долларов, не будет проблем с перечислением денежек. Надеюсь, я понятно объяснила. Ну и, конечно, еще раз скажу, что не забудьте обязательно заполнить, подтвердить свой адрес. Я уже говорила об этом и постоянно говорю, что пин-код приходит в обычном конверте через обычную почту, Почта России или там в других странах свои почты. Из Франции приходит, по России, во всяком случае, конверт приходит. Я показывала, обязательно надо свой адрес написать. Теперь покажу, где можно просить помощи. Если кто-то долго не получает, то есть все сделали, адрес есть, и отправили запрос на пин-код, а пин-кода долго нет, ждем месяца полтора, пин-кода нет, два месяца пин-кода нет, делайте еще запрос. То есть только три запроса можно сделать, потом будут проблемы. Не давать где-то такого состояния. Лучше сразу, допустим, пишите, если первый запрос сделали, и напишите. Вот опять же, вот сюда нажимаете. Здесь есть вот в самом низу отзыв. Нажимаете отзыв. Вот здесь. Опишите проблему или поделитесь мнением. Вот я здесь писала свою проблему. Прикрепить скриншот. Это не надо делать, потому что я прикрепляла скриншоты паспорта. Мне написали, что это ничего не надо. Сейчас они сами... Раньше они сами вводили пин-код, сейчас они этим не занимаются. То есть вот здесь описывайте проблему, например, что «Добрый день, я запросила пин-код, мне не пришел, помогите, пожалуйста». И вот здесь нажимаете, вот здесь видно галочка такая, да? Вот эта галочка, и отправляете. Реагируют они оперативно. Я несколько раз писала. Пишите несколько раз. Если не получаете, указывайте номер телефона, куда вам ответить, или они ответят. Если связан телефон с компьютером, значит, ответят. Потом дальше. Вот здесь есть кружочек с вопросиком. Нажимаете этот вопросик. Вот здесь есть такое: пин-код, справка, AdSense, указание платежного адреса в AdSense, в общем, справочный форум. Ну, на справочном форуме там вообще просто люди также задают вопросы. Я тоже пыталась задавать вопросы, это все бесполезно, но нажимая вот на справочный форум, вот справочный центр YouTube. В общем, везде-везде. Везде я была, везде вот. Опишите проблему. Здесь я тоже описывала проблему. Стучите, и вам откроют. Еще один вариант попросить помощи. Вот здесь же, в этой колонке, в самом низу есть справка и отзывы. Открываете. И смотрите. Все открываете и читаете. Вот на моем канале отключена монетизация. Как выбрать способ оплаты, как отправить отзыв, справочный также форум. Связаться с нами. Нужна дополнительная помощь. Отправить отзыв. Вот нажимаете и опять же пишите вашу проблему. Где-нибудь до вас услышат и ответят. Надеюсь, я что знала, рассказала. Надеюсь, что я хоть немножко чем-то помогла. Открывайте, читайте, все смотрите, и вам помогут. Там люди отзывчивые сидят, отзываются охотно на просьбу. Во всяком случае, у меня вот так получилось. Если у меня получилось, а я считаю себя полным чайником в этом деле, то у вас тоже все получится. На этом всем всего хорошего, мира и добра, успехов вашим каналам и пока-пока!